Итак, мы увидели на старинной улочке Рабата место, где делают тростниковый сок. Тростниковый сок от, как вы сказали, наследников пиратов. Сейчас они стали миролюбивыми людьми и работают на благо туристов. Итак, тростниковый сок. Сок из палки. Через ситечко наливает тростниковый фреш. Итак, в городе Рабат настоящий пиратский фреш от наследников берберских пиратов из тростника.